Всем привет, вы на канале Гайби, и с вами Екатерина. Недавно у Мармока вышло видео «Попробуй, укради, вы профессионал». Эту игру я на самом деле видела. Я смотрела у жены Блэка, у Даши. Вот, такая упоротая, если честно. Ну вы сами все поймете, когда вы посмотрите вот это видео. Вот, так что садитесь поудобнее, готовьте чаечки и печенюшки. А перед тем, как начать смотреть, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да, а мы начинаем смотреть. Итак, дамы и не дамы, всем привет. Чтобы вы знали, в каких условиях я сейчас работаю, если можно так сказать. Можно выразиться «работаю». Да, можно было просто произнести правильно это слово. Дело в том, что у меня сейчас послеоперационный период, я на восстановление. Можно я скажу? Говори как есть. Порвано дупло. Да, меня оперировали, и в дупло я принимал высококвалифицированных гостей, если можно так сказать. Да, так что я не могу пока что сидеть, я настроил себе под запись кое-как сетап, я записываю стоя перед телевизором, так что если увидите какие-то отличия по качеству... То есть он ложился на операцию какую-то? Ну ладно, окей. Чувствую либо еще почему-то, то держите в уме, что... Что у него порвано дупло. Да, можно и так сказать. Да, это, кстати, к слову, отлично. Отсутствии. Да, с этого, кстати, стоило начать это видео. Я именно поэтому так долго отсутствовал, потому что... Порвано дупло. Меня оперировали, да. Я буду одна фраза, которую могу вставлять везде, где нужно. Ну ладно. А тем временем заставка. Итак, я без понятий, во что играю сегодня. Эту игру мне Аркаша предложила. Ну, я, кстати, задумывалась. Но я никогда не ложилась на операцию. То есть у меня не было такой жизненной ситуации, что смогло бы меня привести к операционному столу. Вот. Я не знаю, каково это, когда тебе что-либо делают, когда ты под наркозом, поэтому для меня это очень страшная загадка, что это такое и как это потом ты потом восстанавливаешься после таких процедур. Игра, она короткая, и это идеальный для меня вариант, потому что я не смогу долго играть, потому что... Что потом? А, потому что, да, долго ты не поиграешь, потому что у тебя порвано дупло. Потому что я порвано дупло. Мне надо что-то быстро записать, но хочу, очень надеюсь и хочу... Быстро. А я вижу ролик на 23 минуты. Конечно, быстро. Хочу, чтобы получилось достойно, качественно, чтобы вам было весело. Так что вот все, что есть. Все вводные были озвучены. Начинаем. Да, эта игра для него сюрприз. Я вижу прекраснейший бриллиант. Неужели мне нужно его украсть? Да. Но у тебя очень специфическое тело и соответствие с этим управление. Не, погоди. Ты меня забайтил на опять что-то хардкорное? Да. Это что, что-то хардкорное? Камера, правая кнопка мыши вращается, левая кнопка мыши, разные суставы. Он может крутить головой, он может... Тебе плохо будет, да. Лазер убивает мгновенно. Да я понимаю. Ну хотя я не понимал, но теперь понимаю. Я думал, это сигнализация. Можно. Ой, смотри, у меня очень тяжелые руки. Да, можно в другом месте руку подвинуть. Я вот я хочу. О, стой! Вот она Стой! Проблема начинается сейчас. Ух ты! Я понял, это чисто кукла. Мне нужно как-то докинуть этот манекен до бриллианта. И обратно. Встань, по-мужски. Сделай все по-мужски. А как я встану на ноги? Как я быстро ногу вторую подставлю левую? Слушай, ну ты используй туловище. Используй разные способы. В такой планке очень больно стоять, я думаю. Надо сначала выставить руки. Как бы я встал по-нормальному? Давай. Давай, покажи, мыслить как человек, своей... а не как робот из Bayer Dynamics. Нет, отлично. Boston Dynamics, Bayer Dynamics — это наушники. Ну давай. Да я даю, вот сложно, непонятно. Ну вот ты какие-то вот хорошо такие творишь. Допустим, сейчас утро, извини, что перебиваю. Мне нужно встать. Как бы я всего встал? Лишь встать. Я бы сначала... Погоди, а почему я не могу просто встать на жопу? Ну у тебя... Лазь, вот так ты встаешь обычно по утрам. С такой позы начинается твое утро. Так я же не могу его подтянуть. Вот, об этом и речь.
Я уже потратил 1000 калорий. Мне нужно же что-то съесть. Нет, это не про то игра, я понял. Здесь нужно грести. Ну, в каком-то смысле. Вот. Ты как лосось. Когда я пошел на ограбление, но забыл выпить таблетки. Балеринка какая-то. Начался Паркинсон. Нужно как звездочку, короче, себя расставить вот так вот. Я по-любому сейчас встану. Ты куда-то уходишь сейчас, нет? А я пытаюсь. Блин, я хотела остановить на том, перед тем, как он ногу перекинул. Это, знаете, если кто смотрел там журналы модные, там иногда бывают простые классические там какие-то позы, а есть от кутюр. Ну, знаете, вот это точно от кутюр подойдет. В голове я уже иду. От кутюр — это когда от себятины, как это очень странная такая своеобразная поза, но при этом она еще такая необычная и красивая, как бы считается. Вот, вот. Какой шпагат. Да тише ты. Нет! Вот! Это другой шпагат. А помнишь, в 2000-х был популярен брейкданс? Я хочу как-то вот так вот дельфинчиком проскочить между этими двумя лазерами. Надо подойти чуть-чуть. Резко рукой дернуть, да? Наверное. Понял тебя? Нет, нет, нет! Ладно, я тебя обманул, обманул. Ах ты ж пёс, так всё же нормально. Ну не совсем, это тоже тяжело, но тебя не убивает лазер. Мне так нравилось, как ты боялся его. Так он просто пинается, да? Я ж просто. Ну и меняет твою форму каждый раз. А, так вот и всё. Понятно. Так вот и всё. Настолько эта игра короткая. Смотри, сейчас 16-17, да, у меня. Вот ты не пройдёшь, наверное, до половины точно не пройдёшь. Когда бухой человек хочет казаться нормальным. Когда лег спать с вертолетами. Когда тебя уложили спать, но ты давно уже окоченел. Да это все, конечно, дико весело, но ты не сможешь пройти дальше. Вот в чем проблема. Мне нравится, когда ты так говоришь, я всегда сетую на рандом. Я думаю, что в таких случаях очень приятно, когда. Каждый раз. Вот так вот. Вот так. Да, вот так медленно уходил назад. Да, вот так, примерно так, вот так, да. Вот так вот я примерно и уходил. Нет, я сейчас вернусь. Да почему ты туда убегаешь? Смотри, куда тебе надо, шлюха. Поправил. Не меняй позу, не меня, не меня. Не меня, не меня. Сейчас откинет назад. Стой. Опа, стой, стой. Ничего себе. Ух ты, да. Почти что за ногу схватился. Прям это хорошая поза, да. Ювелирно. Смотри, давай, да. А ну-ка, не коснись лазера. Не коснись лазера. Вот! Почти, почти, ну молодец. О, классно. Смотри, ты можешь ногой левой резко дернуть. Я, кстати, как-то раз видел, вот кто-то так стоял. В принципе, я пыталась так же попробовать, но без стенки это очень тяжело. Особенно, когда растяжка не совсем хорошая, но у меня, как бы, я по-своему очень гибкая, поэтому какие-то моменты я могу показать гибкость, а какие-то нет. Вот. Но вот это прям, что прям без стенки, я не смогу такое сделать. И как-то что-то отчебучить, нет? Я хочу с этого момента начать видео. Дорогие друзья, мы реализовываем те самые трюки из фильмов нулевых. В «Ангелах Чарли», по-моему, такое часто было, нет? Ну да, они. Ну так там были зеленые лазеры всегда, по-моему, такие красивые зеленые. Я похож на тупого оленя, который доебался до забора под напряжением. Слушай, а если я предложу тебе. Стой! Стой! Стою! Предлагаю 10 000, если пройдешь. И не тронешь лазер. 10 косарей, если просто не тронешь лазер. Ни хрена себе, какой ты... Ой, опять торгуемся, да? Щедрый. А если сейчас, один раз, да? Одна попытка тебе, и одна единственная попытка. Но я не смотрел Наруто, но со мной вся фанатская база этого аниме, так что у меня получится. Нет, ты как Флэш, в смысле Наруто? Или ну, либо. Ну, как бы, 50 на 50. Да нет, ты как... Да не, я вроде как Наруто. Так, пока все охуенно для меня. Я, кстати, еще ни разу не стоял на ногах с момента, как я начал это играть. Где-то за кадром стоит Константин и изгоняет демона из себя. Сейчас все будет. Слушай, а у меня есть идея для тебя. Сука, все, нету никаких денег, которых и не было. Смотри, ты можешь перекатиться, ногу резко дерни, вот, не-не, подожди, возьми ногу, да, да, вот так, тихо-тихо. Все, вот все, хорошо будет. Все, я нормально. Рукой теперь. Опа. Почти. Нормально.
вот, вот! Релакс. Ноги расслабь, расслабь ноги. Напрягаешь ноги, расслабь ноги. Дай время зачилиться. Да, я переступил через лагерь, можно я отдохну? Можно отдохнуть, да, можно отдохнуть. Нормально. Что я с ней буду делать, ты погляди, как я хожу. Кстати, пиздец вообще, на самом деле, ничего. Знаешь, что самое комичное, я наблюдаю во всем этом? Игра называется The Professional. Ну? В чем я профессионал? В протирании гибкости полов, может быть. В гимнастике и, возможно, в работе двухтактовых двигателей на моторных лодках. Я понял. Мне нужно включить протокол «Морская звезда». В чем она заключается? В том, чтобы какой-то конечностью зацепиться за... За что? За лазер. За лазер? Ух ты! Вот. Вот я чё. Со спиной проблема опять. Ну это возраст подступает уже. Ботинки. Возраст. Ничего подобного. Вот я много раз был в этой ситуации, много раз из нее шел нахуй. Да я тебе говорю. Потому что ты был в этой ситуации. Гляди, гляди. Хорошо, гляжу. Оба. Так. Оба. О-хо-хо-хо. Первая ступень, а за ней вторая. Ну давай, давай. Сейчас ты будешь внизу, уже через 5 секунд. Ты говоришь со мной так, будто мы с тобой поссорились. Давай. Раз. Еще чуть ближе. Опа. Слушай, еще чуть ближе. Опа. Вторая ступенька. Получается? Опа. Да получается, охренеть. Гуталина, мне надо было мазать ботинки. Ну, мне нравится твоя тактика, она очень оригинальная. Как будто грабитель, которого парализовало на большее тело, и только нога осталась одна рабочая. Брат Хокинга. Ой. 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 Сейчас я буду. Да ну тебя. Да ладно. Да ладно. Ты видел эти ролики в интернете, где искусственный интеллект с 3D-моделькой человека учится ходить? Кажется, я нашел свой способ ходить. А тут более грубая ступенька. А тут большая ступенька, да. Я выставлю руку. Ой-ой-ой. Я не знаю, как мне это поможет, но лежится просто шикарно. Надеюсь, сейчас ты уйдешь на... Знаешь, я об этом только что подумал. И быстро. Зачем ты озвучиваешь мои страхи? Вот и все. Вот мы вернулись на исход. Блин, я как бы плохо помню, но ступеньки, когда возвышенности, это самое сложное. Но я помню свою позу. Рука, ну, давай, нога, давай. Вот это вот так вот. Неужели это будет работать каждый раз? О, шпагат! Перепутал. Я хочу что-то сделать. Да? Я хочу что-то уже сделать. Да это пока еще мелочи. О. Ну подожди, ну не сдавайся. Ну не надо. Не, жопа заболела чуть-чуть. Что ты делаешь? Я пытаюсь сесть в Ламборгини. Где Ламборгини? Я не вижу Ламборгини. Воображаемая. Я пытаюсь без Ламборгини пока что. Я готовлюсь к богатой жизни. Я понял. Я ж бриллиант. Спи***ю. И уже я учусь. Действительно. А сейчас что пытался нога сжать, да? Охренеть, как я умею. Сейчас я пытаюсь сесть уже в космолет. Мужик, мы все дальше и дальше. Мы же проходили лестницу. Он все сильнее жопой становится. Как ты так делаешь? Это пиздец. Я в детстве, кстати, ходил на секцию по байдаркам и каноэ. И? Это вот похоже на мой первый день тренировок. Я понял. В целом мне нравится вот эта поза. Ты как будто жопа пытаешься выделить. Да без блин, да не туда. Очень долго. А как делать так, чтобы он наоборот шел? Он как будто специально жопой назад уходит. Чувак, ты же сейчас уедешь. Ты же уедешь сейчас. Так надо вперед руку. Ну по идее он как бы как классический гребет. Хотя погоди-ка, если мы та-та-та-та. Так, если мы гребем, та-та-та-та. Ну да, он неправильно гребет, так что как бы поэтому задом идет. Все нормально. Все нормально. У меня же шов в жопе. Как я пришел к хардкорным играм? Мне нельзя ну, в такой игре. Ты реабилитируешься вот сейчас. Ты не чувствуешь? Ты сказал, что это мемная игра. Как это понимать? А тебе не нравится? Мне больно. Просто мне больно. Не сдавайся, мужчина. Ты же прежде всего кто? Ты грабитель. Я какое-то говно вялое. Так и полиция уже рядом. Нет такого? Да если бы я был полицейским, то я бы позволил такому грабителю украсть бриллианты. Посмотри, как его жизнь покорёжила. Ну, ему явно нужны эти деньги. Да просто они там возьмут полицейские попкорн и просто будут смотреть. Ну, смотри, как сделаем ставочку. Точно украдет, не украдет. На что-то, на операцию какую-то. Ну давай, ну ты как-то рандомил, у тебя руками больше работает. Поехали!
Ой, брейк. Как легко можно откатиться назад. И как сложно прикатиться вперед. Смотри, я научился ходить. Но это до лазера что? Только. Прикольно. Да нифига себе. Да нифига себе. Да его только назад откидывает. Я устал от этого. И поехал на турбо своей ракете. Да давай уже. Каждый раз штырит по-новому, брат. Ну пройди. О, сейчас прям перешагнешь. Где Иисус, чтобы сказал «Встань и иди». Давай. Встань и иди. Иду. Встань и иди. Встань и иди. Ну уходи, уходи понемножечку. Здесь нужна музыка из Mission Impossible. О, да. Я все сделаю. Ты двигаться будешь, нет? Да, я увлекся из них. Почти. Я просто пройду это быстро. Ну да, подходящая. Миссии невыполнимых, да, как и здесь. Музыка из Бенни Хилла. Давай лучше поиграем в крокодила. Давай, мужик, давай. Очисти меня, мужик. Боже мой. Давай. Педалируй, сука. Представляешь, по этой игре и спидран еще прошел за 16 секунд. Я готов к спидрану. Да? А давай, а 3, давай, а давай. Хорошо. 2, 1. Пошел. Пошел. Все. Мне поставили подножку. Тактика импульсивного болвана сработала. Отдохни. Это все выглядит сомнительно, ну окей. Ты же в сантиметре сейчас для того, чтобы пойти обратно, ну. Да ну, как же так? А как мне выбраться? Ну что ты тогда комментируешь, бабка подъездная? Хотя бы не делай. Кажется, мне ногу свело. Что такое, блядь? О боже мой. Бедный манекен. Да. Я даже когда почти прохожу, он меня все равно пинает назад. Все, 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 нормально. Да не нормально! Трахнутый разработчик, почему они все добиваются моей девушки, блядь? Не, ну а что это за грабитель? Он что, 1 января решил на ограбление пойти, блядь? Давай! Вот! Каким-то чудом получилось. Я не помню, как я в прошлый раз таким же образом по этим ступенькам забрался. Я предлагаю работать руками. Работа руками, она, ну, полезнее. Нет такого? Мне как-то одна девушка так сказала, когда у меня пенисом не получилось. Ты уже в этом положении довольно давно. Ну, в смысле, ты около этой лестницы уже лежал. Не надо так резко. Сука! Сука, я это видел, как это было вслух. Хоть ты это делаешь. А что я делаю? Я ничего нарушенно не делаю. Я просто хотел рандомно туда добраться. Перенеси вес, как можно больше вперед. Да все, завали. Завалил. Поздравляю, ты обнулился опять. Казалось бы, такая маленькая локация, вот бриллиант там, подберись и возьми его. Нет, надо было настолько все усложнить, чтобы я... Блин, а кто-нибудь в это играл? Потому что... Насколько это сложно? Я вижу то, что как бы физика немножко, конечно, не такая, как в реальности, но это действительно сложно? Вот, ну, вот серьезно, я вот туда же смотрела, ну, у нее тоже были сложности, прям очень большие сложности. Вот, тоже были моменты, почему назад манекен уходил, вот. Но это прям такая бесячая игра, то есть если only up сравнивать и вот это... Ну нет, это еще более-менее щадящее, а вот only up, когда там случайно наступишь и заново начинаешь, то это все. Это уже прям глазик дергается сильно. Я вообще не мог им управлять. Что это за хуйня? Что, и ругаешься? И жалко. Я сильно устал. Я максимально устал. Долго стоит, потому что... Преодолеть эти лазеры. Я распробовал все варианты, которые у меня были. А что я делаю? Как будто я смогу... Смог. Но здесь тоже нужно зарандомить, только здесь опасно теперь. Ты как-то вот умудряешься каждый раз может, вернуться. Может, нужно вот так вот грести против часовой? Сказать.
против часовой? Не могу сказать. Против часовой? Не могу сказать. Встать бы, да? Да, встать бы и просто начать ходить нормально, а прикинь? Ну, давай, а давай возьми руки теперь. Опа! А теперь не ухудший прогресс. Слушай, ноги сверху, это уже хорошо, сказала девушка, когда. Да. Ладно, не ладно, не буду продолжать тему. Не немножко надо. Вот... Ой. Отпадла. Что за звук? Брат, кажется, у тебя яичко лопнуло. Господи. Нужно эту выставить на следующую ступеньку, боже, а эту поднять. Больно. Смотри, смотри, мы ходим. Мы научились ходить. Опять. Тебя кто учили, не те люди ходить, я тебе так скажу. Кто-то... Я самоучка. Вот как оно бывает, качак был сам, один в лесу. Самые сложные три ступеньки в моей жизни. Может, побес... Четыре, кстати. Может, побесоебишь как-нибудь, а? Раз, два, три, четыре. Сука. Не, ну, раз, два, три. А это что, разве ступенька? Ну, по сути, разница ну, по высоте ступенька. Есть, значит, тоже ступенька, да. Кстати, а как считать ступеньки? Ну вот, допустим, тут все понятно. Раз ступенька полностью и целиком, да. Вторая и третья. А это уже как будто бы новый уровень, может. Блин, теперь я сейчас тоже додумалась. Блин, чертова философия. Нужно подумать над этим хорошенько. Шо, а если через... 20 минут там отрубить все. То это будет ступенькой? Вот, примерно, где у тебя мышка, вот там все отрубить, да, вот типа. Да, вот это будет еще одна ступенька. А если она не длинная, то это не. Ну, длинная не, ступенька. Нет, эту логику я понимаю. Хорошо, а где тогда кончается пол этого уровня? Скажи, где он начинается. Ну, по моей логике, здесь. Вот ты представляешь, ты слепой, тебе говорят, три ступеньки, ты делаешь шаг раз, делаешь шаг да, два. Да, с этой стороны, если смотреть, три, и падаешь. Я понимаю эту логику, потому что еще одна разница по высоте. И смотри, я тебя сейчас уйду. Вот видишь, еще один на шаг поднимаешься. Но я хотел оправдаться, поэтому... Не оттягивай, неизбежно, ты сейчас уйдешь в лазер, и мы закончим на этом. Да, не буду, давай. Поехали в лазер, блядь. Ты реально уйдешь. Вставай, иди! Я не могу! Я бомблю, блядь! Я он только вижу. Назад идет! Он только назад, сука, это, блядь, идёт! Ну нет, ну сейчас все повторяется, все это было уже! Это все было! Мармок нетерпеливый, как я поняла. Это даже было видно, когда и другие игры были, когда там Only Up, когда там хоррорные моменты были, когда с зайцами очень нетерпеливые, прям ощущаю. Это все вернулось. Ну дай же результат. Ну что ж ты делаешь-то, сука? Когда-то тебя эта тактика устраивала, блин. А сейчас уже что-то от меня хочешь, чтобы я что сделал? Ну тебя лазер еб в рот каждый раз. Я смотрю на это, и мне больно. Так я только так и проходил обычно. А Джоху, ну, постоянно больно на это смотреть. Даже если, как бы, он смеется над этим, но в то же время он каждый раз и в других же каких-то моментах, в других играх, он всегда говорит Мармоку, мне больно на это смотреть. Одному нервно, а другому больно. В общем, мы поняли. Так, давай более размеренно. Эта рука мне не нужна, я это чувствую. И ноги. И пошел, давай. О, не коснулся лазера. Где мои 10 тысяч? Как? Да там вообще-то уже очень давно не актуально. Да. Вообще зажал. А мне нравится, как я двигаюсь. Я двигаюсь очень даже. Новое дыхание. Уходи, давай. Надо запомнить эту тактику. Давай. По чуть-чуть. Давай. Да по чуть-чуть. Давай. А я так греб или в обратную? Я забыл, как будто. Так, правильно. Пенис в лестницу уперся. Загреби как-то нормально. Вот как-то вот... Да какой пенис? Я лодочка. Ну давай. Лодочка? Да! Что надо сделать? Надо коснуться. Разбить стекло. Фича в том, что я тебе одну вещь сказал с самого начала. Ну, думал, это будет смешно, а только сейчас вспомнил. В самом начале был камень, который нужно было взять. В самом... Видишь, там за веревкой лежит камень. Да иди нахрен, не видно никакого камня. Я же играю на 4 экрана. Я на телевизоре играю, я вижу все, блядь. Ладно. Слушай, а ты сейчас вернешься? Нет. Встал гордо на колени. Да! Нет, блядь, просто коснуться надо было, просто коснуться. Во. Это какая-то не моя тактика. Давай. А вот здесь нужно как-то его перевернуть. Да. Теперь надо просто разбить это стекло. Ногой, ткни его ногой. Я себя толкну назад, нет.
Ударь ногой Погоди. По стеклу. Сокнуть давай. Надо? Давай. Да, ты да, ногой давай, пни, давай, разбей да, его. Да, 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 давай. Давай. Не сильно. Это все? Нет. Что такое? Тебя обратно. Да ладно! Еще вернуться надо. Нет! Я хочу положить назад этот камень. Там нет ступенек. Хотя, погоди, меня же игра всегда возвращала назад. Или сейчас не будет, да? Ты уходишь. Мне нравится. Бриллиант рассыпется, если ты дронишь до лазера. И это нельзя делать. Бриллиант прячешь. Слушай, а ты не устал придумывать условия дебильные? Ну, бля, прикольно получилось. Мне кажется, разобьется и Мармок психанет. Ну здесь меня фартануло в прошлый раз. Ух ты! Ой-ой-ой! Ух ты! Ух ты! Ой-ой-ой! Да что-то вообще проблем не возникло. Вообще. Какое счастье. Сердце радуется, жопа болит. Так, здесь подключаем ручки. Подключаем ручки. Тебе не хватает... Мне не хватает напарника, который взял бы сейчас этот бриллиант, да, я да, бы да, уже да, сам да, дополз. Да. Пожалуйста. Ну, ну как-нибудь я... И пожалуй, ногой, мне кажется, нужно. Сделаю, если да? Не пробусь. А не хочешь ноги закинуть со всей силы да, резко да, налево? Да-да-да-да-да-да. Вот, да, да, вот, да, да, да. Как кинуть налево. И вторую так же так вот. Ляц. Нет ляц. Такого? Нет? Нет. Что, перекинуть? Во-в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 о-
Выпрямись, мужчина! Гордо выйди с бриллиантом. Да куда? К свободе я! Все! Это финиш. Это хватит мне на сегодня щупать незнакомого мне мужчину в элегантном костюме. Гордо уходишь с крутом. Хорошая игра. Тебе понравилась? Нет, мне она не понравилась, но я очень-очень надеюсь, что зрителям это видео понравилось. Ровно за час, кстати. Ну там 61 минута, но можно смело считать, что этот шедевр я прошел ровно за час. Нифига себе. Все, мы на этом с вами прощаемся. Мне уже больно стоять, мне нужно прилечь и продолжать лечиться, а для этого мне надо всего лишь ни хрена не делать. Всем спасибо за просмотр, здесь был грёбаный Мармок и долбанный Аркаша. Не забудьте оценить это видео. Увидимся в следующем, в более кропотливом, когда я выздоровлю, мне будет хорошо, и надеюсь, всем вам тоже. Пока-пока. Ну ладно. Обычно просто какие-то бонусы бывают, но, в принципе, долгая речь. Ну, было очень даже забавно. Но я, кстати, не у всех я видела, что кто-то в это играл, но игра очень такая прям нервная тоже, по-своему. Если бы я бы такое поиграла, то у меня бы просто нервы сдали бы. Вот. Ну ладно. Надеюсь, вам тоже понравилось видео. Если да, то обязательно поставьте лайк, а так. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на Севе Дискорд, то пожалуйста. На YouTube-канале можно найти ссылки на группу ВК или на Севе Дискорд. Всем большое спасибо, всем пока.